Началось мероприятие с построения участников и торжественного приветствия главы администрации района и города Владимира Ружицкого. У всех есть лыжи, палки, лыжня, мне сказали, уже сегодня пробита, сделана будет. Мурашкин лыжню сделал с утра, поэтому я думаю, что мы с вами встанем на лыжи, получим от этого удовольствие, а так всех с праздником. Доброго, хорошего настроения. На Люберецкую лыжню прибыли участники из всех городских поселений района. Первыми в забеге на дистанцию 2 километра 15 метров участвовали профессиональные спортсмены. Вторыми – администрация Люберецкого района. Ну и, наконец, третьими со стартовой позиции отправились представители администрации города. Администрация города Люберцы. В Люберецкой лыжне 2015 приняли участие более 300 человек. И наше Люберецкое телевидение. 300 человек – это официально зарегистрированные участники. Всего же мероприятие посетили более 1500 человек. Глава тоже принял участие в заезде. Под номером 1 он проехал всю дистанцию, после чего поделился с нами своими впечатлениями. Мои ощущения, то я получил огромное удовольствие, потому что только стал на лыжи. Во-первых, лыжи хорошие, а второе, они как бы сами скользят. И я даже один раз упал, потому что как-то я не... скорость как бы была, и как-то я не сориентировался, потому что на самом деле очень хорошее скольжение. Кстати, у каждого участника была возможность проехать дистанцию дважды. В общекомандном зачете и в личном заезде. Так сделала и воспитательница детского сада Надежда Булаева. Лыжами занимаюсь давно, как любитель. Вот научила своего внука. И с удовольствием мы на Волкушинской трассе по 20 километров по выходным. С удовольствием проходим. Сейчас поучаствую, но не буду первая, может быть, буду какая-то пятая. Результаты соревнований озвучили сегодня на утреннем совещании в администрации. Почетное третье место в общекомандном зачете занял город Люберцы. Второе – Люберецкий район. Кубок победителей достался самой многочисленной команде. В утомительной, но справедливой борьбе за место под солнцем, под лыжным, заняла команда... Действительно, та команда, которая заняла это место, это управление образованием. Поэтому руководитель управления образованием находится здесь. Победа, наверное, была ожидаема, потому что подготовка у наших, в общем-то, спортсменов, принявших участие, хорошая. Мы занимаемся спортом не один раз в год, а, в общем-то, регулярно, постоянно, и это дает свой успех. Хочется отметить, что Люберецкая лыжня проводится уже в пятый раз. И, как говорят сами организаторы, год от года интерес люберчан к спорту растет. Раду Гурдиш, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.